Второй день зимней соколиады. И первое соревнование этого дня – биатлон. Да-да, биатлон. Летом. Лыжи, снег, дорожки, мишени. Для участников соревнований были созданы все удобства. Продолжается, потому что у нас есть люди, которые будут бегать дальше. Они пробегают последний этап эстафеты, насколько я понимаю. Это был последний этап эстафеты, они где-то все уже финишировали. Все финишировали, все команды финишировали, аплодисменты! Соревнования сегодняшние соколиады, зимние соколиады удались. Я предлагаю этому факту поаплодировать, друзья. Всем спортсменам, выходившим сегодня на эту замечательную биатлонную трассу имени Николая Петровича Бьёрндалена, предлагаю два коротких, один протяжный. Ура! Ура! Ура!